Таня, прояви к мужу своему Толику внимание, уважение. Прояви ее в том, что помолчи. Я спою три любимые песни моего отца. И ничего это тебе не будет стоить, поскольку каждая песня включает в себя всего одно предложение. Но слушать надо со всей нежностью, со всем вниманием. И не надо комментировать. Вот так вот все. Садился мальчик на машину, поехал мальчик воевать. Ой, за любимую сторонку. Родная моя мать. Это первое. Так, переходим ко второму. Отец мой был природный пахарь. А я вместе с ним отца убили с первой пули, а живьем в костре сожгли отца, убили с первой пули. Костре сожгли. Что-то три года я старал сестру. Три дня, три ночи я старался сестру из плена выручал. И вот сестра из лодочки упала. Короче, с берега ее кто-то взял, да, застрелился. Сестра из лодочки упала. А третья она... Вообще, я не знаю. Я ее помнил, они в детстве пели так. Ты, наверное, спишь, моя Ирина. Тебе, наверное, снится сон, как шумит Донецкая долина. И о берег плещет тихий дон, как шумит Донецкая долина. Берег плещет тихий дон. Ну это спишь и спи, и видишь, наверное, потому что она, ее немцы расстреляли, она была партизанка, это Ирина. Короче, так все.